Что? Ты убил его? Убил короля? Какое облегчение. Но не сон ли это? Это зиккурат. Знаешь, он напоминает мне великую гробницу, которую построил солнечный царь Кулыка-Аса. Я там учился, Кулыка-Аса, до того, как... до задания. Кажется, мы должны были отправиться на запад, чтобы заключить брачный союз. Нет, не так. Мы должны были отправиться на восток, в Ливен, чтобы заключить мир с цитаделью огня и неба. Король Кулыка-Аса объявил о союзе с Аскарией и о переходе в новую веру. Общинам заклинателей пришлось бы несладко. Вот мы и поплыли, но случился шторм. Меня выбросило на берег. Вряд ли кто-то из моих товарищей уцелел. Когда я обнаружил этот зиккурат, то подумал, что спятил. Но я немного знаком с темной магией. Только представь демона, который кормится на останках цивилизаций. Демона, который собирает. На этом острове вполне может обитать такое существо. Или оно сам остров. И он кормится. Пожирает мужчин, женщин, королей, королевства. Я хочу, чтобы ты проверил мою теорию. И у меня есть кое-что, что может тебе в этом помочь. У меня для тебя подарок. Он немного жжется. Но ведь все хорошие вещи рождаются в пламени. Если найдешь разрушенный храм, значит моя теория верна. А ты как думаешь, согласен? Нет. Хм, возможно, я ошибаюсь. Надеюсь, хоть ты разберешься, почему мы здесь. Thank you.
Yeah.